Также необычное решение – это откидывающаяся вверх полностью передняя часть над двумя дверями. Жили старше. Куда китайцы зайдут? Я даже не знаю. Я не знаю, что они придумают лет через 5. А может, все закончится буквально завтра. Как раз можно оценить проработку салона. Да, это концептуальное решение. Конечно, возможно, мы не увидим вот такой руль на серийном автомобиле. Но, в принципе, как концепт. Всем привет, это команда «Автопанорама» и «Автомобили будущего». Ну, как вам такой огромный электрический седан? Знаете, вот здесь, на этом месте, спорю с посетителями, с журналистами, с блогерами из разных стран, а из чего сделан, ну, тот же самый пластиковый обвес. Уже простучали все, уже, ну, что называется, попробовали на зуб. Я говорю, это пластик. Некоторые говорят, нет, это металл. Другие говорят, это recyclable материал, то есть материал из переработки. Честно говоря, не знаю, но факт. EPI 2024 – очередной концепт и очередное видение будущего. Давайте я вам расскажу про топ-5 автомобилей будущего. Погнали! Электрокроссовер Geely Flagship. Ну, пока это концепт. Понятно, что в варианте серийного автомобиля, предположим, вряд ли останутся такие вот распашные двери или вот эти, ну, какие-то космические, просто космические сиденья. Дизайн интерьера, ну, действительно невероятный. Вот теперь уже не три экрана, а большой единый экран, цифровая панель приборов, мультимедиа и развлечения для пассажиров. Также необычное решение – это откидывающаяся вверх полностью передняя часть над двумя дверями. Жили старше, и внедорожник, и минивэн. Здесь автопроизводители идут строго по таким продажным, продаваемым направлениям. То есть вы хотите кроссовер, есть у нас кроссовер. Вы хотите минивэн, есть у нас минивэн. Ну и добавляют в модельный ряд седан. То есть, в принципе, если посмотреть на модельный ряд там Voyah, каких-то других новых, свежих стартапов или направлений известных компаний, то обычно там три модели. Ну, а вот такие большие крупные корпорации, как, предположим, Geely, идут уже дальше. И здесь, мне кажется, в этом концепте объединены и большой семиместный кроссовер, и минивэн. Да, идея понятна. Идея будет электрическая, когда мы увидим в виде уже серийного автомобиля, сказать трудно. Китайцы идут семимильными шагами, и достаточно быстро они превратят этот Geely Starship уже в серийный кроссовер. Концепт называется Starship, то есть звездный корабль, и смотрится он действительно очень-очень впечатляюще. ID-код перед нами. Идеи дизайнеров из Вольфсбурга о том, как может выглядеть кроссовер в будущем. Очень необычный завал крыши. Здесь задние стойки чем-то напоминают классическое кросс-купе. Ну, не могу назвать ни одного пока кросс-купе в модельном ряду Volkswagen, ну, такого как BMW X6, 4, как GLC, GLS, GLE, купешки у Mercedes. Поэтому вполне возможно, что вот как раз в этом концепте ID-код Volkswagen решил поэкспериментировать в этом направлении. Ну, пусть позже, как те же самые Тураны, как они говорили в начале нулевых, пока там французы выпустили минивены, мы посмотрели, как они экспериментируют и сделали настоящий компакт-вен, вен. В принципе, здесь, судя по всему, то же самое. С одной стороны, это достаточно большой, он явно больше 4 метров в длину. Но посмотрите, какие интересные решения. Да, кроссоверность угадывается вот этим пластиковым обвесом по аркам, по нижней губе бампера. Снова трендовая монобровь, которая объединяет задние фонари.
очень небольшое заднее стекло в крышке багажника и огромная панорамная крыша. Огромные катки. Ну, мне даже трудно прочитать. Так, это 24 диаметр в дюймах. Размерность колес 285 на 40. 40% высоты. Ну, смотрится на таких катках автомобиль просто невероятно. То есть, сдалека кажется, ну, какой-то такой малыш, чуть больше пола. Но когда подходишь ближе, то, конечно, внешность, ID-код впечатляет. Это 100% будет электрокроссовер, потому что здесь, в Китае, в 2028 году уже перестанут продавать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому вполне логично, что мировые производители, ну а тем более такие, как Volkswagen, который был представлен достаточно, ну и сейчас представлен достаточно мощно на китайском рынке, ну взять даже те самые ID, электромобили, которые производятся здесь, и 3, 4, и 6, которые многие везут именно из Китая к нам, в Беларусь, в Россию, хочет застолбить место, свое место уже на авторынке Китая будущего. ID-код. Кроссовер будущего. Ну а как вам такой автомобиль будущего? Перед нами концепт GAC R. И я даже не могу определить, что это за кузов. То есть, с одной стороны, уже очень напоминает своим пластиковым обвесом, хотя тут пластиком и не пахнет, кроссовер. С другой стороны, вот это решение салона, ну, это, скорее всего, минивэн. Но это еще не весь сюрприз. Давайте зайдем сзади и посмотрим, что перед нами. Вообще какой-то развлекательный комплекс на колесах, который превращается в такой кинотеатр на природе. Вообще китайцы хотят жить, хотят развлекаться. Особенно после ковида. Разговаривали с китайцами, были в Ухане, в эпицентре этого самого вируса. Там, где люди просто закрывались в своих домах и месяцами не могли выйти за порог своей квартиры. Они говорят, что сейчас все вот это общество потребления направлено на то, чтобы люди хотели жить, хотели развлекаться, хотели отдыхать. Поэтому и автомобили, а точнее автомобили будущего, потому что вот перед нами концепт с очень необычной внешностью. Это автомобиль, который предназначен для развлечений, для путешествий. GAC R в обзорах Автопанорама. Пишите в комментариях, как вам подобное китайское решение автомобиля будущего. У Эксида в модельном ряду не было минивэна. И вот вам, пожалуйста, i08. Ну какой же китайский производитель без кроссовера в модельном ряду, седана и минивэна? Ну а внутри роскошь. У нас три ряда сидений. Да-да, вот там третий ряд с подушечками, с подголовником на весь диван. Шикарное капитанское кресло второго ряда. У нас просто срезанный сверху руль. И обратите внимание на этот экран. Вся приборная консоль – это большой-большой экран. Минивэн в длину больше 6 метров. Распашные сдвижная задняя дверь, открывающаяся передняя дверь. Ну и, конечно, впечатляет качество проработки материалов. Оно просто фантастическое. Куда китайцы зайдут, я даже не знаю. Я не знаю, что они придумают лет через 5. А может, все закончится буквально завтра. Как вам минивэн будущего от Exceed i08? Ждем ваше мнение в комментариях под этим видео. Перед нами концепт E-Pi, тот самый Beijing 2024. Концепты автономных бусиков. Вот тут с коллегами поспорил, а что здесь, из какого материала. Ну вот, посмотрите,
на эту губу, да, и на пластиковый обвес, расширители арок. Ну а как вам вот это вот решение, да, вот этот клык? Так вот, из чего сделаны классические для кроссовера пластиковый обвес? Все-таки это пластик или не пластик? Да 100% пластик. Плюс обратите внимание на накладки на дисках. Мы были на заводе и как раз видели, каким образом изготавливаются вот эти самые накладочки. Они становятся ровно-ровно налитые диски. Причем их можно менять. Это, кстати, тоже такое решение. Очень даже необычное и интересное. Ну и еще одно решение. Это, конечно, как раз можно оценить проработку салона. Да, это концептуальное решение. Конечно, возможно, мы не увидим вот такой руль на серийном автомобиле, но в принципе как концепт ePI очень впечатляет. Автомобили будущего. Знакомьтесь, перед нами Jack Define. Электрическое купе с вот такими распашными дверями. Смотрите на качество проработки материалов, деталей. Ну, мы-то привыкли видеть Jack больше такими, ну, я бы сказал, ближе к бюджетным автомобилям. Вот те же самые Jack пикапы. Ну, а здесь у нас Jack в виде большого, почти 6 метров, вот с такими огромными колесиками электроседана. Ну уж не знаю, сколько для аэродинамического сопротивления или больше для понтов вот это антикрыло, но выглядит этот электрический монстр очень и очень интересно и брутально. Ну а как вам такой автомобиль будущего? Это ФАП, это Ханчи, сделали свой электрический Rolls-Royce вот с такими крыльями ласточки. Ну ладно бы, если бы это было спортивное купе. Вообще китайцы не боятся экспериментировать, ну, это такой огромный, вот реальный там Rolls-Royce-овский седан-купе. Ну почему седан? Да потому что выглядит как седан. Почему купе? Да потому что одна дверь, да еще двери вот такие, крылья ласточки. Ну, выглядит необычно. Салон обилия материалов, кожа, но там классная фишка, руль, который убирается. То есть, по идее, этот концепт, это уже прототип автономных автомобилей. Ну, как вам такое? Как вам китайцы, которые обогнали и перегнали? Ну, по крайней мере, в сфере электромобилей. Ну, кто из европейских дизайнеров, кто из европейских производителей делал за последние несколько лет, да, с пандемии, с 2020 года, по сути, не проводились больших вот таких международных салонов, может похвастаться, может сделать вот такое вот чудо. Посмотрите на этот руль сложенный, посмотрите на качество материалов. Да, одни диски, это просто какая-то фантастика. Посмотрите на эти литые диски. Концепт Ханчи. Электрический концепт Ханчи. В обзоре Автопанорамы. На чем мы с вами будем ездить завтра? Ну, не знаю, как мы, но Китай точно будет. Для начала. Как вам Nissan Air? Концепт кроссовера. Судя по внешности, это, конечно же, электромобиль. То есть будущее в Китае только за электричку. Ну, здесь множество аргументов. Во-первых, это налоги. Владеть автомобилем на двигателе внутреннего сгорания, ну, это нет, это даже не моветон. Это просто дорого. Потому что, предположим, в Шанхае ты должен заплатить какие-то бешеные деньги за получение номера. В Пекине ты не можешь ездить на двигателе внутреннего сгорания каждый день, там, через день по номерам, то есть четко, нечетко. А электромобиль, пожалуйста, зеленый свет. Причем обратите внимание, что все сейчас производители унифицируют свой модельный ряд. То есть, смотрите, вот концепт кроссовер будущего, да, вот еще один концепт того же Nissan, это Nissan Air.
перед нами обычный седан, седан форм-фактор, видите, лифтбэк, не седан, а лифтбэк, может быть, фаст. Они экспериментируют постоянно над формами, но то, что нужен седан в модельном ряду, обязательно. А еще хотелось бы, ну, то есть, три варианта. Кроссовер, седан и минивэн. И вуаля, пожалуйста, будущее обеспечено. Поехали дальше. Сразу четыре концепта. Nissan Epic, перед нами кроссовер. Nissan Eva, это электрический седан. Nissan Era, это снова кроссовер, так скажем, малого класса. И вот там еще такой вот с бэтменовским развалом крыльев, еще один спортивный седан. Ну, что можно сказать? Во-первых, кроссовер Nissan Epic явно направлен на китайский рынок. Ну, в первую очередь китайский, потому что здесь сейчас бум электромобилей, потому что идут преференции. И разговаривали с различными китайскими водителями, с таксистами. Почему электромобили? Почему гибриды? Да потому что, во-первых, это меньше по налогам, а в некоторых городах, ну, предположим, таком как Шанхае, вообще получить номера на ДВС, ну, либо это больших денег, либо огромная очередь. На электромобиль, пожалуйста. Ну, и кроме того, например, в Пекине или в Шанхае ДВС вообще ходят по четным, либо по нечетным. То есть у вас номер на четный, значит, вы по четным дням. Поэтому тот же Nissan делает, вот, забегает вперед, делает подобные концепты электрокроссоверов, в первую очередь на китайский рынок. Хотя, конечно, во всем мире бум, и вот под маркой Nissan уже не будет никто там в Европе говорить: о, эти китайских наехало, да, китайских производителей. Все-таки перед нами уважаемая марка, ну а то, что здесь она коллаборационирует с известным государственным предприятием, с большой компанией Dongfeng, это только плюс. Плюс синергии и для Nissan, и для Dongfeng. Пока никаких технических характеристик не известно, мы видим только форм-фактор. Форм-фактор эпика концепта кроссовера – это такой достаточно большой кроссовер. И еще один вариант кроссовера будущего – это Nissan Era. Концепт сделанный, да, в первую очередь для рынка Китая, но в принципе подойдет, что называется, всем рынкам, которые ставят на электромобили. У нас проработан интерьер, проработана внешность. Что у нас под капотом, пока неизвестно. Но, судя по фальшивиаторной решетке, это будет, конечно же, электромобиль. То есть здесь все логично, все понятно. Что останется из вот этого футурного дизайна уже в серийном автомобиле? Ну, сказать непросто, но многие вещи, как то обратить внимание, уже явно, да, явно выделенная передняя часть, бампер, который прям, ну, с большим углом выдвигается вперед. Опять-таки, ну, здесь гадалки не ходи, это сделано для безопасности пешеходов, чтобы не под машину при столкновении, а на капот. Ну и опять-таки, обратите внимание на интересное решение. Здесь какая-то, даже не знаю, как, смотрите на вот эту фактуру. Вот, фактуру очень необычно. То есть уже не просто какой-то брутальный пластик износоустойчивый, а посмотрите, передняя часть автомобиля, и защита арок, и пороги. Они решены вот в такой, не знаю, это змея, кобра, анаконда, питон. Ну и, конечно, вот этот тренд, когда задние фонари у нас объединены монобровью, но в данном случае у нас монобровь решена в виде вот таких стрипсов, то есть полос, очень необычный вид.
Nissan Era. Автомобиль Nissan Era. Концепт будущего. Пишите в комментариях, как вам подобная вот разработка, насколько она может и когда, на ваш взгляд, воплотиться в реальную жизнь. Ну, и было бы интересно побывать за рулем этого концепта. Уже в виде серийной версии, конечно же. Вообще, китайцы работяги, трудяги. Вот смотрю по улицам, чистые улицы. Мы говорим себе, как у нас в Минске чисто. Ребят, приедьте в Пекин и посмотрите, что такое чисто. Они моют улицы, как немцы, каждый день. Прям вот так вот, из керхеров, из поливающих. Ну, молодцы. Поэтому, я думаю, все в порядке у них будет и с автомобилями будущего. В данном случае они делятся, а точнее перенимают опыт мировых производителей, потому что очень много известных брендов открыли здесь свои производства и совместные предприятия с китайцами. Ну, предположим, Nissan. Они создали здесь свой Nissan или Honda. 50% вложили японцы, 40% предположим, Honda, и 10% еще совместные предприятия. Ну, как вы думаете, такая коллаборация, она будет работать? В ней заинтересованы все. Это синергия и японских инженеров, и китайских вот этих самых крутяк-работяк. Понятно, что это не все концепты, которые были представлены здесь. Мы предложили вам несколько, топ-5 своих составили. Что вам, на ваш взгляд, что можно сейчас включить в топ-5 концептов автомобилей будущего, в которых есть реальная перспектива, в первую очередь для нашего рынка, для рынка Беларуси, России, Казахстана. Пишите в комментариях, нам будет интересно. Премьерой заявлена, хорошо уже знакомая, ну, буквально пару месяцев назад представлены новый класс. Это концепт BMW Vision. Над развитием в дальнейшем электрических моделей BMW в виде спортивного седана. Вполне возможно, что тройка, та самая G20, в ближайшее время уже будет заменена на вот такое вот электрическое чудо. Ничего не известно, что под капотом, что по трансмиссии, но, скорее всего, это уже будет полностью целиком электроавтомобиль. Ну и кида в Китае без лухарей, без премиумного Lexus. Здесь целый стенд со всеми седанами, кроссоверами. Ай, красота! Ну, красота, ну, посмотрите, а! Это LFZL. Ну, вот я вспоминаю лучшие салоны, когда как раз Lexus привозили подобные концепты с, ну, просто как шоу-стопперы, да? Посмотрите, даже здесь это огромный, метров 6, наверное, такой премиумный, судя по фальшиво-ветерной решетке, электрический седан с раздвижными дверями, с вот этим футурным рулем. Посмотрите, руль, ну, прямо как в игровой консоли. С, опять-таки, посмотрите, спереди у нас одно качество материала, сзади другое. Это концепт, это идея, это то, что, ну, может пойти в производство, может не пойти. Ну и кроме того, те же самые Lexus всегда были за чистые материалы. Смотрите, дверные панели, они из дерева, да, то есть деревянные. И я почти уверен, это будет натуральное, настоящее дерево. Но шикарно. Концепт Lexus LFZL. Еще один автомобиль будущего. Друзья, вот как раз это то, во что сейчас вкладываются самые большие бабки. Это платформа, гибридная платформа. То есть у нас и двигатель внутреннего сгорания. Давайте-ка я заберусь, посмотрю. Да, обычный движок, бензиновый, как раз государственное предприятие Beijing Automatic, ну, BAIC, который так называемый. И посмотрите, у нас стоит батарея. И посмотрите, у нас стоит электродвигатель на 250 кВт. То есть, это последовательный гибрид. То, что сейчас больше всего развивается в Китае. И то, что наиболее выгодно
для приобретения нам, белорусам. Почему выгодно? Потому что двигатель никак не соотносится с осью, а значит, растаможка этого гибрида будет под нулевую ставку, ну, по крайней мере, в ближайшие 2 года. Да, с одной стороны, будет дороже обслуживание подобного автомобиля. То есть это не ЕДВС отдельно и не электро отдельно. Нужно обслуживать и движок бензиновый, то есть делать, как положено, раз в 10 тысяч, если турбированный, раз в год полную замену масла, то есть обслуживание. Плюс, естественно, обслуживать электросистему. Но согласитесь, у вас гораздо больше, ну так скажем, запас хода. И главное, вам не нужно менять мозги. То есть не нужно привязываться к розетке, как это в электромобилях. Пишите ваши комментарии, как вам в принципе вот эта история с последовательным гибридом. Молодцы ли китайцы или все-таки это тупиковое направление. Меня зовут Павел Кореневский, команда «Автопанорама» в моем сердце, надеюсь, и в вашем. Это был специальный репортаж с пекинского автосалона. Всем пока! Ну а вот, собственно говоря, и внутрянка, или самое дорогое, что есть в этих самых кроссоверах, внедорожниках G-Tour. Это Kunlun Super Hybrid Off-Road Platform. То есть, перед нами тележка, скорее всего, это пока концепт, не смотрите на все эти внешние понты. Перед нами гибридное решение. То есть вот он, двигатель внутреннего сгорания, и вот у нас электромотор. Кроме того, здесь на платформе мы можем как раз видеть батарею, которая интегрирована в раму. Кстати, это решение, в которое сейчас вкладываются деньги, над которым работают китайские инженеры, делая самостоятельные разработки, потому что будущее как раз за гибридами. За гибридами, в том числе и в формате внедорожников. Хотя стоит сказать, что понимание оффроуда, понимание внедорожника у китайцев свое. Вообще с полным приводом здесь полная беда. Полный привод, ну, либо не нужен, либо дорог. Почему? Да потому что бензин дорогой. А вот решение с электромоторами и с, соответственно, как формат гибрид, последовательный гибрид, подключаемый гибрид, позволяют и экономить топливо, и развивать тему оффроуда. Поэтому посмотрим, что будет построено на этой супергибридной оффроуд-платформе. Пока те премьеры, которые есть, это и Т2, и это первая свежая премьера, которая недавно доехала до Беларуси, это все-таки кроссоверы, но никак не внедорожники. Правда? Вот человек, он работает. У него главная задача – работать. Да вообще тут все работают. Со всех сторон, куда ни посмотришь, все вкалывают. Еще одна тележка, еще одно концептуальное решение. На этот раз от Great Wall. И снова у нас гибрид. Да-да, гибрид, потому что ну, здесь сзади у нас стоит электродвигатель. У нас есть пространство для батареи. И вот, заметьте, поперечный. Двигатель внутреннего сгорания на передней оси, все достаточно традиционно, который работает, скорее всего, как генератор. Многие производители сейчас вкладывают деньги именно вот в такие решения, ну, на взгляд китайских производителей, ну и конкретно здесь Great Wall Global Intelligent 4WD Electric Hybrid Technology High 4. Ну, вот такое решение. Посмотрим, возможно, уже в следующем году китайцы покажут что-то на новой платформе. Сегодня вот это, то есть платформа, тележка, является самым дорогостоящим вложением для всех компаний. На платформе могут производиться сразу с десяток моделей. Я вспоминаю, как в свое время Renault Nissan сделала свою платформу для ДВС B0, и на ней производились, ой, сколько там, и Дастеры, и Лаганы, и Лады до сих пор, нет, Лады Веста уже на своей платформе как раз, а вот, что там, Nissan, в общем, больше 20 автомобилей. Ну, сейчас концерны вкладывают большие деньги, чтобы создать, ну, хотя бы одну современную платформу, в первую очередь для электромобилей,
что обратите внимание, вот здесь представлен концепт именно в виде тележки, которая будет, в принципе, в дальнейшем уже развитием многих и многих электромобилей. Ха, а вот ты не электрически, исправляю сам себя. Что у нас перед нами? Да-да-да, это двигатель внутреннего сгорания. То есть перед нами последовательный гибрид. То есть два электромотора спереди и сзади. И двигатель внутреннего сгорания, но уже как помощник, как генератор, который возит эта тележка и который вырабатывает дополнительное электричество. Еще одна тележка, еще одна платформа. В данном случае это АИТА. Это подразделение Huawei и исполнитель Dongfeng. Вот на этой тележке будут новые гаджеты. Конечно же, электрические. Пока концепт. Это короткая версия той же модели M-Hero 1, внедорожного багги, принцип открытой платформы. Ну, скорее, это все-таки шоу-кар. И задача как раз просто показать смысл, что вот здесь мы можем... Да, Dongfeng Design. Напомню, что M-Hero – это топовое подразделение, это внедорожник, который подстроен подразделением Dongfeng, который назвали M-Hero. Там целая философия. Мы были на заводе, мы были в музее, мы посмотрели, что у них там целая история с теми самыми китайскими героями, какие-то мечи. Вот. Ну, это хорошо, ведь у любого автомобиля должна быть история. Сейчас китайцы создают свою историю. Ну, на самом деле, автомобиль M-Hero получился интересным, необычным. Концепт попасть невозможно, на то это и концепт. Это автомобиль, который создан в единственном экземпляре. Ну, еще раз, что мы здесь наблюдаем. Возможно, вот такое необычное решение в качестве замены зеркал. Это уже чисто камеры, функциональная вещь, да. Вообще, на концептах проверяются, ну, такие идеи концептуальные, как технические, так и дизайнерские. Потому что получился то M-Hero, как сказал мой друг Дима Новицкий по поводу одной из моделей, вырубленный топором. Ну, действительно, как будто эта машина вырублена таким китайским лесничим тесаком, вся вот на таких вот, вся, да, вот никаких плавных линий, все резко. Ну, что касается агрегатуры, да, здесь будет тот самый полный привод. Но полный привод в электромобилях решается не какими-то муфтами, а мозгами, электроникой. Потому что распределение усилий происходит по электромоторам, по передней оси и по задней. Как будет это решено на M-Hunter? Ну, я думаю, что китайцы очень быстро внедряют. В этом есть и свои плюсы. Потому что, ну, каждый год вот здесь на Пекине огромное количество премьер, но иногда эти премьеры бывают сырыми. Ну, что касается уже второго блина, потому что первый блин был все-таки M-Hero, который один, получился вкусным, сладким, интересным, без комков. Ну, а уже второй блин, я думаю, что будет еще вкуснее. Друзья, это мой топ-5 автомобилей будущего. На самом деле здесь их гораздо больше. Пишите свои комментарии, как вам варианты. Китайцы уже догнали, уже перегнали. Но я вам скажу, по крайней мере, в сфере электромобилей точно. Это был Павел Кириевский, команда «Автопанорама». Всем пока!
будущее. Нет, нет, это не будущее, это настоящее. Да. И это настоящее здесь, в Китае. Ну, кто еще будет удивлять, предположим, летающими средствами передвижения. Здесь стоит Land and Air Vehicle. Да, он летает, он превращается как трансформер в автомобиль, хотя пока это концептуальная разработка, но вы знаете, как быстро китайцы свои идеи реализуют в реальность, поэтому вполне возможно, ждем в ближайшее время уже действующий серийный летающий автомобиль.